Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю с первым днем лета и с днем защиты детей, с днем родительского счастья. Желаю всем нам мира, любви, мира нашей родине, нашей любимой родине, мира и любви нашим семьям. Радости нам и счастья в наших детях, в наших внуках. Пусть Господь благословит нас, друзья мои. Пусть все всегда у нас будет хорошо. Дай Бог нам счастья, здоровья нашим семьям, мира и добра. Также сегодня день памяти великого князя Дмитрия Донского, завоевателя и собирателя земель наших русских, победителя на Куликовском поле боя. Друзья мои, вот про это мы не устаем повторять, что никто не забыт, ничто не забыто. Вот такая вот красота у меня на даче. Сегодня тепло, очень жарко. Прямо этот праздник, День защиты детей, но он действительно такой ласковый, теплый, нежный. Можно сходить с детьми в горсад. Ну, если родители, конечно, не работают. Детям можно приехать на дачу, мои еще не приехали. Ну вот, должны, наверное, приехать. Такое вот красивое небо. Такая кругом, друзья мои, красота. Всем всего доброго, хорошего. Еще раз поздравляю всех с праздником. Пока-пока.